Здравствуйте, уважаемые жюри. Меня зовут Аксенова Валя. Я хожу в детский сад «Цветик, семицветик». Подготовительная группа «Чуранчик». Моя главная исследовательская работа – тему «Кока-кола. Вред или польза». Приводит ли мой любимый напиток к моему организму вред? Мы взяли два яйца, положили одно яйцо в стакан воды и еще одно яйцо положили в стакан со кока-колой. Через сутки яйцо, которое находилось в кока-коле, потемнело, стало коричневым, а яйцо, которое находилось в воде, ничего не стало. Второй опыт. Мы взяли ключ ржавый, мы поместили его в кока-колу, через сутки ржавчину разъела. Третий опыт. Мы взяли ветчину и положили два кусочка ветчины, мы положили в кока-колу один кусочек и один кусочек в стакан с водой. Через два дня ветчину окрасила в коричневый цвет. А ветчину, которая находилась в воде, ничего не стало, не изменилось. Вывод. Кока-кола содержит стойкий краситель и может разрушать наш организм. Спасибо за внимание.